Орловские пожарные начали фиксировать нарушения с высоты птичьего полета. Для того, чтобы обнаружить очаги возгорания, огнеборцы используют беспилотник. Накануне инспекторы Госпошнадзора провели рейд в двух садовых товариществах вблизи Андреабужского лесопарка. Буквально через пару минут после взлета квадрокоптера удалось увидеть, как дачники жгут мусор и сухую траву на своих участках. На орловчан составили административный протокол за нарушение правил противопожарного режима. Им грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.